Всем привет на моем 76-м стриме. Сегодня у нас 4 мая, и мы проходим игру Тоху 9 Фантасмагория of Flower View. Да, наконец-то я до нее добрался. Вот, привет, Гоги Бастье, привет, Тор, который прошел Соника 2 со второго раза, еле-еле. Я думаю, что я сразу включу 5 жизней, чтобы не мучиться, потому что я хочу сейчас быстро пройти. Времени мне не очень много на стрим. Сейчас у нас время 15:22. Желательно за час где-то пройти. Так. Тут какие-то странные уровни сложности. Дарума Грасс. Gentle Difficulty Level with List Attacks. Pheasant's Eye Narcissus. Стандарт Difficulty Level. Камилия Сасанква. Так, as the attack starts off pretty hard. И Red Spider Lily. Difficulty Level of the other side. Ну, понятно, что так-то они такие же остались, просто названия другие. Но я выберу, естественно, с Normal. Ну, или что-то там, короче, с обычной. Ну, я имею в виду, что там не лунатик, не хард, не там не изи, не нормал, а вот какие-то такие нестандартные. Хотя суть, да, такая же. Значит, мы можем за Рейму Хакуэрей, за Марису Кирисаме, за Сакую, за Юму, Рейсон. И все. Ну, выбираю я Рейму, как обычно. Как обычно, Рейму. Эпизод 1. Что-то поверхность озера не изменилась с нормального, что-то там не вместилось. Ты здесь? Ну, короче, пришла, да, опять с каким-то юмором японским. Это весна, не лето. Надо типа хотел сказать, это лед, не пламя. А чего, надо кнопку что ли жать постоянно, чтобы стрелять, или чего? Не понял. То есть постоянно тыкать, как в боши, походу. Так, у меня, видимо, как в третьей Тохо, да, этот, идет накопление снизу полоски, и сверху у меня, знаете, как бы, то есть здесь не с первого удара погибаешь, а где-то с 5 ударов, но там вроде бы еще сила удара имеет значение, а микрокнопка здесь поддерживается, да, ага. Так, победил. Интересный шрифт, конечно, Виннер. Тут что-то беготня никуда, но что-то везде. Ну, в общем, да, тут сюжет, как обычно, не так важен. Эпизод 2. Ой, я пролистал. Ну, короче, что-то приближается. Она приближается, видимо. Я буду переводить в стиле Тора. Как получится. Что-то песня какой-то птицы там. Профессионалы не выбирают их песни, что ли. Вообще, неважно. Какой-то бред сморозило, как обычно. А я еще бреда ее перевел. Третья часть Гоги Бастье. Я же проходил. Я прохожу все игры по порядку. То есть, если я дошел до этой, значит, я все предыдущие видел. Даже 7.5. Правда, 7.5 я не прошел, но я хотя бы ее видел. Ну, то есть, выиграл. Что за ворнинг? Что-то опасное? Это я решил забомбить немножко, а то что-то прижало на них слегка.
А что этот change, я не понял, там вот change, что-то левел 1, вот это я вообще не понял. Что это означает? А я помню такого босса, это из 8, кстати. Вот это такая атака. А, так. Что-то когда... Что-то типа, когда смотришь на цветы, проще писать песни, что ли, или что-то такое. Ну ладно, неважно. Эпизод 3. Что-то в облаках там. А, типа, когда в облаках-то видно весь путь, что ли? Ну, в общем, ладно. Да, это я помню, что чем больше шкала, тем больше ульта будет. Это я сейчас с кем там соревнуюсь, вот конкретно вот это, как я зовут, если кто-то помнит, напишите в чат. Или может там написано было, я даже не увидел. О, я зафейлил. Ну это что, это все, да, это плохо? А то как 8 там, если зафейлил, то все, можно удалять. Или тут это терпимо. А не, прошел. Кстати, я когда ставил патч, так эпизод 4, когда ставил патч на эту игру, там было предложено поставить какой-то аддон, который позволяет играть по сети. Вот. Но я, к сожалению, не нашел, как это сделать. Как запустить по сети. В самой игре что-то не вижу, чтобы это предлагалось. Вот. А, соответственно, если это можно, то предлагаю, может быть, кто-то хочет попробовать посоревноваться. Ну только желательно не про, а то я-то с про сразу солью. Это очевидно. О, слил. Хочу максимальную ульту собрать, но это, по-моему, нереально, да? Ладно, попробую напакостить. Помогло это, нет? По-моему, да, да? Что-то там приостановилось. Я, естественно, на правый экран почти не смотрю, очень редко. Так, эпизод 5. Здесь, видимо, как и в третьей Тоху, эпизодов далеко не 5, не 6. О, Мариса, здорово. Здорово. По-любому она уже не такая простая. Сейчас будет мне гадить своими звездочками, наверное, какими-нибудь дурацкими. Я отгадал? А, лазером еще хуже. Хотя нет, все-таки звездочки хуже. А, вот они, вот они. Я так понимаю, смысл тарабанить по кнопке здесь нету, да? То есть... Ну, достаточно, что просто вот я сейчас стреляю, да, тут больше, наверное, особо и не выйдет сильнее стрелять. То есть нет смысла как больше прям тарабаниться в тидуре.
На! Ну, я так понимаю, это вообще не помогло. Ну, хотя бы это мне помогло. А, не. В итоге... В итоге... Пройдено. Игра идет 60 FPS. Вылетел чат. Пауза есть? Есть. Вылетел чат. Опять вылетел чат. Печалька. Ща. Так-то я открою в браузере. А, это потому что там сообщение от системы пришло, я его обрабатывать не умею. Сейчас я перезахвачу чат тогда. Да, чат боится системы. Так. А, немножечко сейчас обрезал. Ну-ка тогда как-то вот так сделаю, и норм будет. Что там написала эта система? На группу не подпишешь, не против. Что за реклама? Вау. А, это реклама из К2 ТВ ВКонтакте? О, боже. Это они про Prime? Да, это про Pony. А с кем я сейчас? О, меня зафейлили. Все, удаляй. У меня полторы потратилось. Если это случилось в самом начале, то я не думаю, что это может означать что-то хорошее. Да бомби уже. О, вот это сейчас будет, походу, первая зафейлина. Я помню эти мечи. В каком-то из боссов. Вот эти такие противные очень. Это не Юку, а вот вторая вот эта гадина, забыл. Печаль, беда, я сейчас сольюсь. Ну, а, у нее почти полное здоровье, ну понятно. Ну понятно. Сакуя, да? Так, ну что там, полоска-то у меня не набирается, нифига. Ладно, все равно выезжаю на всякий случай. Что за ворнинг? Опять сейчас свои будет пускать ножички. Блин. Косяк. А чего так много всего-то? Понятно, меня просто выносит на этом уровне. Это вообще нереально. Да как ее выиграть-то, ну? Ой, ну надо же. Но одну жизнь я потерял все-таки. Изи? Да, конечно, изи. А вот это я первый раз вижу. Кто это?
Какой-то... Я только понял, что это Юкай. Ух ты ж. А, и зажимают ребята. По сути, здесь суть продержаться время. Потому что так или иначе она со временем начнет крабить и сдохнет. Конечно, я могу там пакостить, да, но даже если не пакостить, она все равно сдохнет. Так или иначе. Ну, по крайней мере, в третьей части так и было. Ух ты ж, это прибор. Что-то знакомые вот эти шарики. Все-таки она была боссом где-то, что-то я не помню. Честно, не помню. Второй раз вижу ее все равно. Да, срив. Это жесть. Не знаю, какую тактику надо избрать, чтобы пройти. Потому что что-то тяжело, у нее там оставалось больше половины. Хоть отбился. А как у нее так быстро второе набралось? У меня нету. Ну это нечестно. У меня уже много потратилось, у нее там не знаю сколько. Это куда? Это никуда не годится. Это никуда не годится так делать. А, опять сейчас фейл будет. Да. Избрать тактику не крабит, у меня нету из доступных тактик, такой у меня нету. Интересно, здесь большая разница выбрать персонажа какого изначально, ну за кого играть. Да ну на. Чё-то жестко. Не, ну ты не очень. А, ну только разница в том, что
Скажем, если я выбрал бы Марису, да, то я бы против Марисы бы не бился, а бился бы против Рейму. И атаки были бы другие, вот эти всякие ульта, вот это. И в третьей части против Рейма, по-моему, убийца — это плохая идея. Вообще странно, как я третью часть прошел с первого раза? Неужели нарандомил? Я не понял, а что, типа, комп начинает после нескольких неудачных попыток поддаваться, что ли, или что? Вот это что такое сейчас я сделал? Или мне тупо повезло? Странно, да? Эпизод 8. Кто же тут? Привет, Инферно. Последний босс Тора унижал? Посмотрим. О, это знакомая. Не помню, с какой части, что знакомая она. Но с какой-то уже вроде бы Windows части. Не с шестой ли? Камачи... Кто там? Ладно, давай, поехали. Ох ты ж, как тут интересно. Да, это прикольно. Ничего не скажешь. А, ну это плохо. Че, ульта какая-то сейчас полетит, да? Ясно. Что делать, что делать? У меня нету бомб. Ай-яй-яй-яй-яй. Да это пипец. Я не знаю, что с этим делать просто. А, ну если последний босс еще хуже, то да, меня он тоже будет обижать. Вроде бы другой стрим, он вроде все тот же, ну да, как-то так. Ну, континью, все. И здесь континью особо не помогает, потому что, ну, все равно же уровень сначала начинаешь. То есть это сложнее, чем первое, и чем, ну, концепция первой и второй тохи. То есть в первой там были бесконечные континью, но начинал уровень каждый раз сначала. А во второй, ну, концепция второй и последующих, это... Континью не бесконечный, но зато ты продолжаешь с того же места, ну, у босса столько же остается здоровья и так далее. А тут и то, и... То есть и не того, и не того. И заканчивается континью, и сначала начинаешь уровень. В общем, это печалька какая-то.
Не знаю, не могу я это пройти. И это только 8 уровень. А их там в той части было в третьей вроде бы 10 штук, что ли. Я вспомнил, тут же еще заряжать можно. Че же мне не напомнили-то? Тут же заряжать можно. А я все никак не могу понять, как оно это. Че за чардж написано? Только проблема, что при этой зарядке оно это не стреляет. Да это жесть, ну это не, ну это бред. Да это бред, ну как там пройти можно, ну это... О, жесть. Просто других слов нет. А микрилку вообще надо поставить на другую кнопку. Потому что я не могу и стрелять, и микрить одновременно. Так, получается, что я shift тоже микрю. В смысле, shift тоже стреляю. Ну блин, ну короче, вы поняли. Рука-то одна. Пытается и много раз нажимать на стрельбу, и держать shift, это проблематично. Да что ж ты, ну... Ой, ну неужели? Опять что ли поддаваться начала, я не понял. О, финальная уже? Да ладно, уже финальный. А ты кто? Что-то я тебя не помню. Ведь я не помню. Шикиеки Ямаксананду. А что, реально компьютер жалеет? То есть у него такое заложено алгоритм, что типа легче становится со временем. Но это бред тогда. Нафиг надо такое. Ну, лучше хардкор уж так. Раз хардкор, значит хардкор должен быть. Не люблю, когда комп меняет поведение в зависимости от того, если ты плохо играешь, там, ну... Ну, короче, это не очень. Когда комп так себя ведет, то играть со сейв-стейтами это даже выгоднее становится. Вот это она дала. Неплохо. Это что еще? Не, ну ты не это. Ты не очень. Блин, ты не очень.
течение 15 минут не умирали, жесть. А тут что, можно поставить оба компа? Это, а зачем это? Типа, чтоб механику понять, что ли? Да, вот этот Charge 4, это, конечно, прикольная вещь. Ну и что я с этим должен был делать? Да она тут дыхнуть не дает. Что это за дела? Да, реклама пошла на СК-2, причем самих себя. Это печально. Скоро там пойдет реклама уже, я думаю, коммерческая. Но я тогда в своем чате буду просто напишу, чтобы он обрабатывал эти сообщения и не выводил их. Вот и все. Подожду, пока будет что-нибудь сложное. Пусть оно там пока сливается. А, почему оно не дождалось? Я не отпускал. Ух, успел. Да. Конечно, я не получаю ни копейки, еще бы мне СК-2 платил. А, еще один континью. Блин, ну это вот это был фейл. Это что еще? Да, у меня уже все, последний удар, а у нее полная. Ладно, ждем, пока начнет поддаваться комп. Ждем, пока начнет поддаваться. Причем поддаваться начинает слишком резко. То есть, то я вообще не могу пройти. А у нее остается там еще половина, то я вдруг вообще без одного урона прохожу.
Так, у меня есть чем бомбить-то? Вроде полоска там не пустая, да? Надо хотя бы левел 2, он очищает экран. Ой, сейчас какая-то шняга начнется. Ну конечно, начинается жесть полная сразу. Да она сдохнет или нет? Фух. Пока держусь. Да она издевается. Сколько она держалась с половинкой со своей, с этой. Да, это было... Да, по-моему, у нее там на экране месиво похуже, чем у меня. Но почему-то я все равно проигрываю. А комп всегда на лунатике, да, играет? А, нет, уровень сложности это и есть же... Уровень сложности это же и есть скилл компа. А, в смысле, да, ну то есть я имею в виду, я для него как бы, как лунатик сложность, да, ну то есть пулик много летит от моих атак. Да. Но она сдохнет, у нее же там осталось, я вижу, половинка. Видимо, пока не особо собирается. Когда ты мне такое говорил? Я не видел твой стрим, Тор, если что, по девятой части. Ну первую ее ульту я переживу, так или иначе, потому что у меня левел 4. Хотя, что-то ран начал накапливать, ну ладно. Ну ладно. А, и вот рана, действительно, рана. Только первый уровень. А вот второй. Есть. Блин, ну первый уровень меня не спасает. Вот второй, а даже третий спасет, конечно, временно. Только что-то он вообще не спас, если честно. Я не понял даже почему. Короче, комп не может просто взять и проиграть, я это уже понял давно. То есть просто сделать так, чтобы он быстро слился, нельзя. Он по-любому продержится какое-то время. Это, я так понимаю, вот в этом алгоритм заключается. Поэтому и читерит.
Да. Привет, мистер Набомнение. Да чё опоздал? Сейчас походу буду сначала начинать. Но сначала начинать некогда, да. Так что скорее всего, если я сливаю все континью, то... Ну то это все. На следующий стрим остается. Так, левел 2 есть, если что, отлично. Да ну. Я просто не знаю, как от такого уходить. Видимо, только накапливать заблаговременно, потому что, ну как еще? Но опять у нее долбанная половинка осталась. Да, второй левел, кажется, все-таки плохо сметает все с экрана. Четвертый уже, конечно, нормально. Неужели она там пройдет через это? О-о-о. Не могу фокус использовать. Я уже об этом говорил. А, ну ты не был в начале стрима. Я не могу фокус использовать. По причине, что мне нужно стрелять постоянно. Так что я без шифта прохожу. Хотя, в принципе, тут на самом деле больше приоритет, в принципе, в защиту, чем в урон, да? Так что, в принципе, может быть, лучше не стрелять, но шифтить. Не, ну там даже шифт не помог. Даже шифт не помог. А как узнать, какой левел ты накопил уже, кроме как надпись, когда появляется? Что я сделал? Ну все, сейчас ГГ походу будет. А, или у меня... Ну ладно, было чем зарядить, повезло. Ну она никак не хочет сливаться, вот просто не хочет. Ой, да ладно! Ой, да ладно, ну все. Все, да? Или еще какой-то сюрприз сейчас будет, типа финал босс там какой-нибудь, как обычно.
по-моему, пожалел. Не, походу все пройдено. Ну все-таки с первого раза, в принципе, прошел. Я третью также прошел. Я же не говорил, что я без континью. Я с первого раза прошел, все. Девятая только пройдена. И так как у нас еще есть чуть-чуть времени, я вам еще и сюжет зачитаю. Сразу прошел на лунатике и забил. Ой, да тут сюжет, естественно, стена, но все равно. Ну, в общем, если кому-то не интересно сюжет и так далее, то, в принципе, все, да, на этом стрим заканчивается. Ну, сейчас досмотрим, вначале что-то там красивые картинки японские показывают. И, может быть, там кто-то текст еще читает. Ну, сейчас я по-русски сюжетик зачитаю, все равно. Интересно, чем отличается здесь плохая концовка от хорошей? А почему? Мистер Нобу мнение, почему затирно Аююку? За них проще? Ну вот, значит, я прошел еще и не самый простой. Хоть в чем-то это, как сказать, радость. Не, ну вообще я прошел игру, все равно радость у меня. Хоть и на плохую концовку. А, их еще и открыть надо, ну тогда понятно. А, я забыл, же тех, наверное, переключать можно. Точно. Много тут текста. Вроде все счастливые. Что-то, почему бы это плохая концовка-то? А, не плохая, а просто эндик номер один. А почему я прошел на good ending? В смысле? А как тогда плохой пройти эндинг? Я же два continue взял. А, Inferno, ну извини, но я сейчас прочитаю все равно сюжет на русском. А, нет, плохой концовки, ясно. Вот, сюжет.
Пришла весна и расцвели цветы, только на этот раз их намного больше, чем обычно, и цветут даже те цветы, чей сезон еще не пришел. Каждая героиня, во всяком случае большинство из них, вскоре понимает, что происходит нечто странное, когда видит цветы, густо покрывающие все Гинцукё. Героини пытаются найти причину этого необычного происшествия из-за любопытства. А из-за любопытства чувство долга или же скуки. Почти все героини начинают свой путь у озера возле особняка Алой Дьяволицы. Рейму переполошилась, когда заметила цветы повсюду и срочно отправилась искать ответы. Не только потому, что считала это своим долгом, но еще и потому, что люди могли подумать, что она небрежно относится к своим обязанностям. Мариса, хоть и заметила странность цветения несезонных цветов, поначалу не воспринимала происходящее слишком серьезно. Она отправилась узнать, кто стоит за всем этим, только потому, что ей так захотелось. Но более важно то, что она хотела быть первой, кто выяснит это. Сакуя тоже начала искать цветы, ответы, но больше из любопытства, чем из-за чувства опасности. Йому искала ответы, разглядывая пейзажи, но без единой подсказки, откуда начать поиск, все, что ей осталось, это бесцельно разгуливать. Все, что она заметила, так это то, что призраки бродят там, где цветут цветы, на что остальные персонажи не обратили внимания. Рейсен считала, что не стоит волноваться из-за цветов, но все же решила проверить. Также она искала Теви, которая неожиданно ушла, ничего не сказав. Теви так радовалась расцветшим повсюду цветам, что забыла сказать, куда идет. Чирна на первый взгляд выглядит глупой, но при ближайшем рассмотрении очевидно, что она осознает не только то, что с цветами что-то не так, но и раньше всех девочек, даже тех, кто старше 60 лет, понимает, что подобное уже случалось 60 лет назад. Возможно, происшествие каким-то образом повлияло на фей, так как они стали более активными из-за цветов. Но она не была озабочена происходящим, а просто развлекалась в промежутках между столкновениями с другими героинями. Единственная вещь, в которой была заинтересована лирика Prism River, это поиск хорошего места для своего выступления соло и поиск новых людей для своей музыки. Бедная лирика постоянно сталкивается со всякими странными личностями и теряется все больше и больше. Как и лирика, Мистия просто хочет петь на протяжении всего события, буквально пропевая свой путь в сражениях. На этот раз даже в сравнении с Чирно во время их столкновения Мистия выглядит несколько заторможенной. Айя видит в этом событии сенсацию. Она понимает, что за всеми этими цветами стоит что-то достойное первой полосы. Но это стало еще интереснее, когда появились призраки. Все были так зациклены на цветах, что поначалу не обратили на призраков внимания. Юка, как Юкай, живущий уже довольно долго, знала точно, что происходит, когда начался инцидент. Конечно, то, что она Юкай цветов, помогло ей, но также и помещало ее на первую строчку списка подозреваемых в происшествии, когда ее видели наслаждающиеся цветами. В то же время медицина не была заинтересована в расследовании происходящего, а просто использовала эту возможность победить кого-нибудь своими отравленными цветами. Немного времени прошло перед тем, как героини вступили в бой друг с другом. Все они получали сведения о происходящем от других, но немногие обладали действительно ценной информацией. Наконец-то они встретились с Камачи, которая, как оказалось, и была главной виновницей всех событий. Конечно, героини не знали этого заранее, они просто бродили там, где видели цветы, и в конце концов набрели на поле Хиганбана, где была Камачи. Похоже, что Камачи настолько ленива, что все заметили цветы, а не ее. Цветы были одержимы духами, ожидавшими, когда их перевезут через Хиган. И это работа Камачи. Так, сейчас я впишу. Вот. Работа, к которой она отнеслась очень небрежно. 60 лет назад, 1945, конец Второй мировой войны.
произошел такой же инцидент с цветами из-за того, что неожиданно появилось огромное число духов, которых необходимо было перевести через Хиган. Можно также предположить, что Камачи ленилась и тогда. После недолгой битвы с ней, Сики Эйки, судья мертвых и начальник Камачи, показалось, чтобы дать Камачи нагоняй. Однако перед тем, как героиня смогла уйти, Сики Эйки увидела прекрасную возможность почитать героине лекцию о совершенных ею грехах и ошибках, которая вылилась в Данмаку битву. Вот такой вот сюжет. Если кто-то что-то понял, я вас поздравляю. Следующий, да, будет, наверное, 9.5, но я подозреваю, что это тоже файтинг, поэтому, опять же, сомнительно, что я его пройду, но попробовать надо. Но это будет не сегодня, вот. Да, это Тоху Вики. В общем, все, на этом заканчивается стрим. Вопросы, пожелания, предложения, жалобы можно писать в чат, как обычно. Ну все, я с вами прощаюсь. Всем пока.